Двигаемся к тюрьме Трубецкого бастиона. Много людей. А вот и она, тюрьма. Ну, хоть в тюрьме побываю. Дайте ручку, пожалуйста. Дайте ручку, выстрелила пушка в 12 часов. В общем-то, все везде то же самое. Арестанта нет, ушел.
увели на допрос. Система отопления. Все-таки была печки. Серьезно говорить, но здесь в тюрьме я хотя бы согрелся. Тоже никого. Александр Ульянович, четвертый вот так.